Встречайте, Алина Веддер, журналист, консультант, наставник и исследовательница. Веддер получила образование по специальностям социология, медиакоммуникации и культурология. Имеет степень доктора философии. Начала профессиональную деятельность Веддер журналистом восточно-баварской региональной газеты «Mittelbayerischer Verlag KG». В средствах массовой информации Алина работала более 7 лет. Затем она занялась исследовательской деятельностью и работой в сфере коммуникаций. В настоящее время Веддер является начальником отдела коммуникаций в Action Capital Partners, ведущей европейской компании венчурных инвестиций поздней стадии, а также наставником стартапа Startup Bootcamp и советником FinTech Forum Germany.